Друзья, всем привет! Вы снова на моем канале. Приобрела вот такую шапочку. Шапочка у меня с люрексом. Закрытие здесь идет на 4. Шапочка с отворотом. И к этому комплекту я связала вот такой вот шарфик. Резиночка 2 на 2. С этой стороны у меня 12 петель. Ширина. А длина 1,20 м. Вязала я вот из такой пряжи. Вот у меня остаток пряжи. Вот такая пряжа у меня четырехжильная. На спицах. Специальные спицы у меня вот такие. Для вязания шарфиков, носочков и юбочек. Я вязала даже без рукавки такими спицами. Друзья, подпишитесь на мой канал, поставьте лайки. До скорой встречи в новом.